И всем привет, с вами снова Я, наверное, на паузу, пока мы достаем содержимое авокадо. Это очень полезно. И сейчас я добавляю помидоры, пока моя мама чистит, ну, мешает авокадо. Даже я их сюда поставил, вот они тут лежат в гакамоле. И, ну, мне еще два осталось. Ну, чтобы вам не было скучно, я отойду на паузу. Да, мам? Да. Сейчас я буду добавлять паприку для вкуса и лимон. Томаты я все порезал, вот они тут лежат. Мы добавили масло и хрустики, мы будем макать в гуакамоле. Я уже добавил перец, и мне осталось только добавлять лук. Ну и вот наше гуакамоле, результат.